Это проект Сурьяпе, находится район Кипес. Здесь недалеко университет, зоопарк, огромный большой парк недалеко отсюда, Чанкая. Этот двор, он как раз таки напоминает, наверное, о тех дворах, в которых я жил. Здесь квартиры начинаются в среднем цены от миллиона турецких лир и вверх. В общем, проект интересен чем? Тут все центральное. Центральное отопление, центральная вентиляция, есть парковки, такой большой двор. Салат уже рассказывал об этом проекте в своем инстаграме. Сурьяпе считается одним из самых крупных застройщиков в Анталии. Чем же знаменит этот застройщик? Этот застройщик показывает полную кадастровую стоимость, что в наших реалиях очень-очень выгодно, чтобы получать ВНЖ уже по собственности, а не туристическое. Здесь своя инфраструктура. Сурьяпе знаменит тем, что они устраивают свои школы, свои мечети. Здесь недалеко скоро открывается своя больница, свои парки, детские площадки. Все сделано для людей, для комфортного проживания. Свои маркеты, коммерческие помещения на первых этажах. Здесь есть свои компрессоры, которые помогают не отключаться от электропитания, когда отключается свет. Здесь есть центральная вентиляционная система, есть центральное газовое отопление. Школы, свои детские сады. Это, кажется, Сурьяпе. Там недалеко проект продолжается, он еще будет несколько лет длиться, а здесь вот уже готовое жилье, люди живут.